обсуждение технологий блокчейн в СЭК. Консультативный комитет комиссии по ценным бумагам и биржам США обсудит блокчейн и распределенные технологии Гроссбух, а также ее реализацию на рынках ценных бумаг. Об этом сообщает CoinDesk. Сессия состоится 12 октября, как и планировалось. Как уже было известно, в конце июля СЭК США опубликовала заявление и признала, что законы о ценных бумагах могут применяться к предложениям, продажам и торговле в виртуальных организациях. Дискуссия, которая состоится в октябре, станет еще одним шагом СЭК в продвижении технологии блокчейн в правительство.